Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Школа монстров зомби. Нубик против про». И в прошлой части, друзья, на школу Нубика напали зомби. Вот в сегодняшней серии, как видите, один из героев, по-моему, это про, изготавливает клетки, в которых нам и предстоит поймать и ловить зомби. Итак, девушка удирает. Ну и, как видите, про ловит в клетку зомби. Ну а нам придется сыграть за Нубика. Я так понимаю, придется вот пытаться вот своими действиями, действуя как приманка, заманивать зомби в клетке. Ну что ж, сейчас попробуем проделать все это. Итак, видеоролик прошел, предыстория. И сейчас давайте-ка я почитаю. Хотя здесь и так интуитивно. Итак, куча зомби, но тем не менее. В библиотеке нет оружия, только книги. Придется заманивать зомби в клетки с собой. Отыщи ключ для зеленой двери. Помните, что мозг победить невозможно. Ну, как я, друзья, подозревал. Итак, давайте-ка. Ого-го, сколько здесь зомби. Сколько здесь зомби, я просто в шоке. Ну что ж, давайте-ка попробуем, вот попытаемся их заманить в первую клетку. Вот, да, друзья, смотрите, удалось мне заманить двоих зомби в клетку. Вот еще двое осталось. Как мне их заманить? Это что был? Это был какой-то склет. Друзья, практически нереально. Вот, четверех их загнать. Ну, давайте-ка я посмотрю, кстати, что здесь в шкафе. Было написано, что оружия нет. Ну, возможно, что-то там... Да, есть бургер. Друзья, есть бургер, он восстанавливает жизни. Вот, будем стараться не попадаться зомби. Как же я вот уничтожу оставшихся зомби, пока непонятно. Ага, друзья, здесь есть еще клетки. Ну, тогда есть смысл за собой вот приманить вот этих зомби и попытаться их как-то загнать в клетку. Давайте-ка я как-то вот за собой их приманю. Надеюсь, кстати, надо, чтобы они как-то вместе были. Вот. Надеюсь, что они вместе сейчас как-то пойдут. Давайте-ка я буду как-то отвлекать. Кстати, есть еще третий зомби, вот вижу. Вот, ага, подсказка, друзья. Подсказка, что всего здесь 10 зомби осталось. Вот, кстати, надеюсь, что меня не зажмут. Вот, как-то так. Итак, а где те два зомби, что за мной и шли? Вот что-то эти зомби как-то странно идут. Надо их как-то вместе все-таки приманить. Вот, ага, кстати, есть еще одна клетка. Есть еще одна клетка. Давайте-ка я попытаюсь как-то зомби вот сюда. И, да, есть. Двоих зомби мне удалось загнать в клетку. А, кстати, где те два зомби, которых мы с вами приманивали? Ой-ой-ой, друзья, кто-то там кусает моего нубика. Вот, удалось мне найти одного из зомби. Ага, еще один зомби. Ну, давайте-ка как-то их попытаюсь вот так... круговыми движениями собрать вместе. Вот только один зомби. Вот это нерационально. Хотя бы по два их загонять в клетку, иначе как я с ними справлюсь? Да, осталось всего 8 зомби. Вот. И, кстати, где там тот последний зомбик? Ой-ой-ой, друзья, я немножко застрял. Тем не менее, сейчас, надеюсь... Ого! Ой-ой-ой, друзья, пинает нашего нубика. Вот. И есть возможность... Да, друзья, двоих зомби мне удалось поймать в клетке. Ну, по-моему, осталась последняя клетка. Вот, а где оставшиеся зомби? Ага, вот, вижу еще зомби. Вот, надо их собрать. Надо их как-то собрать вместе. Вот, надеюсь, что сейчас удастся как-то собрать их. Вот, и вот этого зомби, вот этого нужно как-то собрать. Вот, пусть идут за мною. Ай-яй-яй, Нубик, давай, друзья, меня зажимает, меня зажали, и сейчас я проиграю, а как все здорово и шло. Итак, друзья, придется переиграть заново, нельзя позволять зомби зажимать нашего Нубика. Итак, пропускаем диалог, к сожалению, не все получилось так просто, как я ожидал. Куча зомбарей, вот, было бы, ой-ой-ой, друзья, и опять Нубика зажали, но мне удалось как-то вырваться. Вот, надеюсь, что сейчас удастся их посадить в клетку. Ох, какая удача, друзья! Сразу же троих зомби мне удалось поймать в клетку. Просто, кстати, вы видели, там был склет в виде монстра. Ну что ж, это было забавно. Да, мне нужен бургер. Мне нужен бургер. Сейчас как-то попытаюсь вот обмануть зомбика.
Итак, друзья, удача, удача. Мне удалось в одну клетку сразу же собрать троих зомби. Удалось взять бургер. Главное не подставляться, чтобы зомби не поймали нашего нубика. Итак, вот буду как-то вот так стараться, чтобы зачистить эту комнату. Вот, и попробуем сейчас несколько зомби собрать вместе. Вот было бы в идеале, чтобы мы с вами вот тоже троих собрали. Это было бы вообще круто и здорово. Итак, куча зомбиков. Вот, почему-то они слабо ходят, но я надеюсь, что сейчас соберу какой-то отряд и попробую. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, куча-куча зомбарей. Вот, что они здесь, как. Вот, ну, давайте уже сколько есть. Буду. Ай-яй-яй, друзья, вот чуть-чуть нашего нубика не загнали. Ну, как-то так. Итак, мне нужна толпа зомби. Мне нужна толпа зомби и попытаться как-то их вот и ай-яй-яй, неудачно, неудачно. Ну вот сейчас надеюсь, что мы хотя бы двоих попытаемся. Да, есть, есть. Двоих мне удалось загнать в клетку. Давайте-ка еще. Ой-ой-ой-ой. А почему вот тот не пошел? Вот давай-ка, 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 дружище. Давай-ка мы тебя как-то попробуем загнать в клетку. Ай-яй-яй, с разных сторон. С разных сторон пошли. Вот, сейчас как-то так. Да, есть. Есть. Итак, друзья, осталось всего 5 зомби. Вот, есть у нас еще одна клетка. А почему только один зомби? Ага, вот еще второй. Ай-яй-яй, друзья. Вот, ой-ой-ой, было опасно, но надеюсь, что сейчас мы как-то справимся. Так, вот. Ай-яй-яй, друзья, неудачно. Неудачно, не пошел второй зомби. А как же, друзья, мне справиться с этим? Клеток, по сути, уже не осталось. А возможно, сейчас найдем. А, кстати, у меня есть бургер. Давайте-ка я вот этого зомби просто запинаю. Вот, хватит ли мне сил его запинать? Ой-ой-ой, проседает здоровье. Да, удалось. Хотя вот не было оружия, мне удалось запинать одного из зомби вот ударом кулака. Супер. Ой-ой-ой, друзья. Итак, один зомби. Ага, есть. Еще один, это радует. Ну, сейчас как-то. Ой-ой-ой, надо удирать, надо удирать. И да, друзья, остался последний зомби. Вот и последняя, походу, клетка. Вот, супер. Ну что ж, друзья, по-моему, миссия выполнена. Эх, что ж ты не пошел за мной? Ну, какой-то. Ай, друзья, как же так? Как же так? Есть! Есть, друзья, нам удалось поймать всех зомби. Кстати, а я не нашел зеленого ключа. Не выполнил основную функцию. Есть. Есть. Вот неожиданно удалось найти ключ. Ай! Ай, мозг! Мозг! Друзья, я забыл, что здесь есть мозги. И, как видите, миссия провалена. Придется переиграть заново. А как было все здорово. Как мы круто с вами прошли миссию. Что ж, друзья, надо переиграть игру. Вот, я забыл, все очень здорово пошло. Я забыл, что здесь есть мозги, от которых надо удирать. Итак, давайте-ка попробуем собрать паровоз. Вот, попробуем собрать множество зомби, и я попробую их как-то вот вместе попробую вот запереть в клетке. Итак, собираем отряд зомбиков. Ну, к сожалению, друзья, только два попало. Только два. Ну, сейчас тогда я буду стараться как-то с вами вот оставшихся двоих ловить. Что-то не увидел. Не увидел меня этот зомбик. Ну, как-то так. Пусть идет пока. Пусть идет. Один остался вот в том доме. Кстати, а если я не всех зомбиков вот как-то поймаю, дадут ли нам бонус? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Давайте-ка идет за мной толпа. Главное быстро не идти, чтобы они догнали. Вот. Эх, засел. Засело где-то два зомби. Что же они такие какие-то неповоротливые? Вот, отлично. Итак, идут два зомби. Вот, опять же потерялись. Опять же потерялись. Ну, давайте-ка хотя бы как-то так. Вот, медленно буду идти. Пусть они не видят нашего нубика. Вот и сейчас попробуем заменить. Итак, очень здорово идут. Идет целая троица.
Вот и сейчас мы их поймаем. Да, вот одним движением удалось поймать трех зомби. Итак, возвращаюсь домой, вернее, в ту комнату за бургером. Вот он нам может понадобиться. Давайте-ка я как-то попробую обойти зомбика. И берем бургер. Не взял, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, давайте-ка приманивать этого зомби за собой, пока я бургер приберегу. Хотя при встрече с мозгами, я так понимаю, это нам не даст никакого эффекта. Удираем, удираем от зомби и пытаемся с вами спрятаться в этой клетке. Где ты там? Где ты там, зомби? Вот он. Вот он, вот он, вот он. Где-то еще был зомби. Ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой-ой, как было опасно, как было опасно. Давайте-ка я попробую их втроем загнать в эту клетку. И, по-моему, все пошло супер. Да, вот ничего себе. Трое зомби удалось загнать в одну клетку. Это круто. Это круто. Остался здесь одинокий зомби. Вот, в принципе, мы можем его посадить в клетку. Вот, ну давайте-ка я пока этого зомби не буду трогать. Вот там было, по-моему, куча зомбарей. Там была куча зомбарей. Попробую я сейчас как-то их поймать. Загнать в клетку. Что здесь делается? Итак, здесь два зомби. Вот, ай-яй-яй, было как здорово. Было как здорово. Я сделал недостаток. Есть. Итак, остается... Один зомби, если я не ошибаюсь, да. Ну и сейчас не будет проблем его, чтобы поймать. Супер. Итак, остался, не понял, а почему два зомби? Почему два зомби? Возможно, считает... Нет, один, друзья, я ошибся. Остался последний зомби, ну давайте-ка я его тоже посажу в клетку. Кстати, я не в курсе, чтобы перейти на новый уровень, надо ли мне обязательно ловить всех зомби? Вот. Итак, ну и вот, друзья, миссия выполнена. Я поймал всех зомби. Главное сейчас не попасться вот на ужин мозгу. Кстати, а это что за дверь? Ага, она не открывается. Она не открывается. Вот, мы знаем, что здесь где-то есть ключ. Вот, отлично. Вот, и где он? Ага, вот эти двери как-то, давайте-ка есть. Итак, зеленый ключ мы нашли. Главное сейчас посмотреть, как здесь двигаются мозги. Ага, друзья, я вижу, вон здесь зеленая дверь. Есть зеленая дверь. Вот, где-то как-то так. Нет, давайте-ка я все-таки подожду, пусть мозг уйдет. Вот он. Вот, 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 вот. Итак, как же так, друзья, как же так? Не знаю, друзья. Вот, я дошел до дверей. Вот, нам предлагают продолжить. Ну, давайте-ка я нажму продолжить. Посмотрю, что из этого происходит. Вот, либо клавишу заново. Друзья, заново я не хочу проходить миссию. Вот, а давайте-ка я просто попробую удрать от зомби. Вот, взять зеленый ключ и... пройти туда. Интересно, удастся ли нам выполнить миссию, просто вот взяв зеленый ключ и не вот и просто открыв дверь. Вот, ой-ой, друзья, я же не туда пошел, я же не туда пошел. Что-то я запутался немножко. По-моему, к низу надо идти. Вот как-то так. А ну-ка, 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 ну-ка. Да, вот сюда. Вот сюда надо идти. Так, давайте-ка я просто возьму ключ. Вот, как-то так. Ой-о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 й. Ну, давайте-ка вот этих зомби, чтобы не мешали, посажу в клетку. Вот, ну, как-то так. Итак, ну, ладно, в принципе, разницы особой нету. Вот, давайте-ка я попробую взять ключ. Вот. И попробую добраться, открыть дверь. Итак, как видите, мозг плавает, поворачивает за угол. А как же мне спрятаться от него? Практически нереально. Практически нереально. Ну, сейчас я как-то попробую, конечно же. Вот. И как я могу спрятаться? Да, друзья, оказывается, можно спрятаться. Вот, давайте-ка я попробую как-то активировать ключ.
Да, оказывается, друзья, можно пройти, но, видите, недостаток, я не уничтожил зомби. Я не уничтожил зомби. Вот, не нужно было открывать дверь, нужно было просто, вот, нужно было просто, вот, спрятаться вот этот угол. Кстати, а здесь ли есть что-то интересное? Вот, я недостаточно ловко все это проделал. Вот, к сожалению, ничего здесь нету. Ну, давайте, раз такое дело, я все-таки попробую пройти миссию и попробую поймать сейчас зомби. Видите, иначе нам не дает того, чтобы нубик прошел дальше. Нужно все-таки выполнить задачу и поймать зомбиков. Есть. Итак, двоих мы поймали. Ну, давайте-ка этого одиночного я пока оставлю. Вот, вернусь в первую комнату и попробую там закрыть зомби. Надеюсь, это нам поможет. Либо, в принципе, вот эту клетку сейчас как-то попробуем их загнать. Что ж, пытаемся призывать толпу зомби и пытаемся их посадить в клетку. Вот почему-то только один идет. Вот где остальные, где они попрятались. Надо хотя бы минимум двоих сажать в клетку, иначе это будет не очень здорово. Вот, кстати, неплохо пошли. Да. Супер, ну вот, осталось всего 8 зомби. Вот, где там остальной? Ой-ой-ой-ой, главное, чтобы не зажали нашего нубика. Ай-яй-яй, друзья, и было как-то не очень здорово. Часть здоровья удалось врагам снять. Ай-яй-яй, что же я не наделал, друзья, что же я наделал? Да. Удалось уничтожить этого зомби. Друзья, я не очень здорово сыграл. Вы видите, мало жизни осталось. Ой-ой-ой-ой-ой, что делается, что делается? Что делается? Давайте-ка я как-то попробую применить. Вот, попробую отвлечь зомби. Вот. Ну, в принципе, давайте-ка вот этих двоих как-то попробуем приманить. Вот. И с коридора нужно приманить зомби, иначе он будет мне мешать идти. Вот, отлично. Отлично, отлично. Итак, приманиваем понемножку. Вот, приманиваем, приманиваем. Ого-го, какая здесь толпа зомби. А ну-ка, давайте-ка попробуем вот так как-то. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй, не очень здорово получилось. Тем не менее, вот. Ай, нубик, давай-ка, дружище. Вот. И, ай-яй-яй, друзья, я не очень здорово сыграл, вернее, очень недорого сыграл. И вместо того, чтобы поймать троих, я всего лишь поймал одного. И жизнь нубика практически в красной зоне. Остался ему один удар, и мне придется переиграть заново. Ну что ж, давайте-ка я попробую переиграть заново. В принципе, здесь все интуитивно. Здесь все интуитивно, и надеюсь, что сейчас мы с вами хорошенько выполним миссию. В принципе, мы уже знаем, что нужно делать. Вот главное мне сейчас собрать хороший паровоз и попробую сейчас поймать целых 4 зомби вот одним ударом. Ай-яй-яй, только 2 пошло, только 2. Как жаль, а так, а все могло пойти совсем по-другому. Что ж, давайте-ка я пока привлеку этих зомби за собой. Вот бургера пока не рискую брать. Вы видите, они на заднем плане. Итак, хорошей толпой идут. Жаль, что не удалось 4 зомби поймать одним движением. Что ж, будем стараться во вторую клетку приманить оставшихся зомби. Кстати, смотрите, идут хорошей толпой. И да, удалось сразу же 3 зомби поймать одним движением. Вот, кстати, давайте-ка я еще кого-то привлеку. Ай-я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 й. Ой-ой-ой-ой-ой, что делается? Итак, 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 итак. Да, еще 2 зомби пойманы. Осталось всего лишь 5. Давайте-ка я буду как-то удирать. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, есть еще один зомби. Вот, здорово, здорово, здорово. Итак, не очень здорово. Так как они по одному ходят, а мне надо их объединить в толпу. Кстати, давайте-ка я побегу за бургером. Мало жизни осталось. Все-таки поднимем здоровье для нубика. Вот в этом сейфе мы уже видели. Здесь есть бургер. Давайте-ка я его возьму. Пока не буду использовать, будет меньше половины жизни. Тогда я его активирую.
Ну а пока давайте-ка отправимся вот, и попробуем заманить оставшихся в зомби в оставшиеся клетки. Итак, давайте как-то объединяйтесь. Ну что ж вы как-то так. Вот. Итак, давайте-ка я попробую их как-то собрать. Собираем в толпу. Вот, отлично. Итак, идут за нубиком. Вот, давайте-ка, зомбики. И вот сюда в клеточку. Вот, супер. Ну что ж, все получилось довольно-таки здорово. Осталось у нас трое зомби. И сейчас, я уверен, мы с ними справимся. Вот, где у нас оставшийся... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, есть оставшийся зомби. Один, второй, третий. И сейчас как-то мы попытаемся их вот вместе собрать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй, друзья, как-то неудачно. Неудачно, не удалось мне троих загнать одним порывом. Но, возможно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, как-то что же вы... Ай, и опять разъединились. Ну что ж, тогда вот будем каким-то вот такими вот движениями их загонять в клетку. И да, получилось. Получилось, все зомби пойманы. Давайте-ка я съем этот бургер, восстановлю силы. И сейчас попытаемся справиться с мозгом. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ай-яй-яй. Нет, друзья, подожду еще одно движение. Вот некорректно зашел в дверь, не хочу тратить эту секунду. Вот. Ну что ж, как-то так. Нет, опять же жду. Жду, жду, жду. Нельзя здесь тратить время. Нужно обязательно вот как-то так. И так, и так, и так, и так. Прячемся. Вот, удалось прятаться. А я же не взял ключа. Я же не взял ключа. Как же так? Вот, друзья, я стормозил немножко. Вот сейчас пусть вернется. Пусть вернется мозг, и мы быстренько побежим за ключом. Вот. Надеюсь, что нас не зажмут. Ай, как же так? Друзья, ух, еле вышел. Еле выжил. Итак, я забыл за ключа. Ну, вот и такое бывает. Вот, кстати, сразу же надо будет активировать ключ. Вот, было стрёмно. Было стрёмно. Жаль столько вот проходить миссию, и чтобы погибнуть так глупо. Ай-яй-яй. Итак, подровняю как-то вот нубика. Итак, немножко неудобно как-то играть в управление, но тем не менее, мне кажется, вот удалось, удалось, удалось. Итак, прячемся в нычку. Отлично. И пытаюсь, друзья, активировать ключ. Да. Итак, друзья, нам удалось пройти этот уровень, но... Это было сложно. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Очень много у нас прошло времени. И ничего себе, у нас есть арбалет. Вот. Кстати, я надел арбалет, а как им пользоваться? Вот, ага. Ну что ж, друзья, в следующей серии вы увидите, как нубик будет сражаться против босса. Ого, друзья, как прикольно. Вот при помощи арбалета, оказывается, наш нубик может стрелять. Вот еще не разобрался в управлении. Вы видите, здесь целая куча зомбарей. Вот, в следующем видео мы будем сражаться при помощи арбалета. Вот, с кучей зомби. Вот, ну давайте-ка я попробую. Ай-яй-яй, и нас, скорее всего, сейчас как-то зажмут. Вот есть еще какой-то босс. Вот, босс-зомби, против которого нужно будет пытаться уничтожить. Итак, не очень здорово идет здесь управление. Вот целая толпа зомбарей. Ну, а я пытаюсь как-то... О, да, смотрите, какое прикольное попадание. О, смотрите, супер. Ай-яй-яй, друзья. Вот это было какое-то огненное облако. Вот, ну и по сути, друзья, смотрите, как прикольно. Нам удалось уничтожить толпу зомби. Кстати, как здесь работает этот арбалет. Вот. Ну, как-то так. Особенно здесь не прицелься. И вы видели арбалет? Снял, уничтожил облако. Вот это, которое бросил босс. Ну, сейчас я буду как-то стараться поражать босса. Вот, не совсем понятно, как это все работает. Ну, давайте как боссу. Вот, боссу как-то развернусь. Ну, как-то так. Вот, что-то жизнь его не особо проседает.
Вот. Ну и я было бы неплохо мне как-то все-таки найти бургер, восстановить силы. Наверное, друзья, прежде чем закончить видео, давайте-ка я пройдусь по комнатах, иначе, чтобы знать в следующем серии, как здесь все работает. И где-то я застрял там в коридорах. Кто-то пинает моего нубика, друзья, и походу я сейчас проиграю. Да. Ну что ж, друзья, вот сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилось, не понравилось видео. Стоит ли снимать продолжение. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч.